Всем привет, пацаны. Так, вот очередная самоделка, так называемый вертолет. Убираю бурьяном, картофельную ботву неплохо сбивает. Значит, вот редуктор на нем под 90 градусов, передаточное число 1:1. Раньше при колхозе такие редуктора стояли на стекловичных метелках. В принципе, оборотов хватает, можно было бы побольше. Здесь вот круг от дискатора и вот такие вот цепи 4 штучки. Вот ими и все рубится. Ну, естественно, кардан. Даже вот я не включаю на 1000, на 540 вом у меня включен, и то нормально бурьян косит. Треугольник самодельный, сваренный из уголка, все нормально держится, никуда не улетает, все просто, без каких-либо. Ну и сейчас посмотрим этот аппарат в действии, как он косит.